Депутаты продолжают сидячий протест в Верховной Раде. Напомню, ряд политсил требуют снизить тарифы и расследовать офшорный скандал. После окончания этой пленарной недели у парламентариев должны начаться каникулы. Но депутаты от радикальной партии предлагают продолжить работу в зоне проведения антитеррористической операции. Именно там будут нужны народные избранники. Радикальная партия подчеркивает, блокировка Рады – это сугубо мирный протест. Зараз ми все будемо робити для їх незручності депутатської, щоб їм було, тобто ми будемо даже в мирний протест, але так, щоб вони, їм було незручно там ходити і відчувати себе просто, начебто вони вже всі зібралися і вже покупляли квітки.